Сегодня в Фэтгуспабе народ парился, потому что здесь была баня. Баня – это прекрасное заведение, прекрасное место, в котором можно отвлечься от обыденности, от новостей, от политики, от работы, от назойливых коллег, от жен, в конце концов, сбежать. Кстати, секс и баня несовместимы. Зато легкое светлое пивко в баньке – то, что надо. Сегодня в Фэтгуспабе жарко, потому что вечеринка называлась «Баня». Что мужчины сбегают в баню от жен. От работы они туда бегут. И потому что там ждут их друзья. И потому что там можно посмотреть футбол. Там можно попить пиво. Никто этого не видит. Никто об этом не знает. В общем, друзья, ходите в баню. Я вот сейчас сам пойду. Чемпионат по бирпонгу в Фэтгуспабе. Но я вижу, что у вас, так сказать, с понгом все в порядке, у обеих причем. А вы тренировались долго? Без тренировок. Ну, пивком разминались хотя бы? Нет. А вы? А я каждый день готовлюсь. С первого раза поэтому и попала. В детстве мы все хотели быть рок-музыкантами. Ну, по крайней мере, мои одноклассники и я, конечно, тоже. Конечно, в первую очередь барабанщиком, он же ударник, тогда говорили. Вокалистов в последнюю очередь хотели быть, кстати. С двух лет барабанщиком, только барабанщиком, да. Ребята, а нету булавочки у вас, а? Это к вопросу о том, что стоит ли вообще быть солистом. Зачем это нужно? Посмотреть на этого человека и... Сказали б нету, и все. А моя бабушка ходит в баню. Правда, что фотографы как бы сублимируют, так сказать? То есть они, фотографируя девушек, испытывают что-то вроде сексуального удовлетворения? В любом случае, ты когда смотришь кадр, объектив камеры, ты должен увидеть то, что должно понравиться тому человеку, который будет смотреть на эти фотографии. Зависимо от того, то, что ты снимаешь. Попросят снять бизнесмена, то, мне кажется, сексуальное возбуждение не нужно. Почему мужчины так любят в баню сбегать? Потому что там тепло, наливают пиво, поют замечательные песни. Мы пережили время, когда люди как-то научились, музыканты научились обходиться без ударных инструментов. Вообще, было да, было? Время, было такое время, но я ни на секунду, ни на минутку, ни на йотку не бросал свой инструмент, потому что знал, что это все-таки пережиток какой-то, он все равно уйдет. И так случилось. Наверное, остался на плаву из-за этого. Как вы прекрасны, навороченная, да, девчонка? Да тут все классные, тут все классные. Молодцы, это, ну, вот это наши девчонки, пивко тут так. Жаль, что вы не замужем, а так бы мы с вами подружились бы. Ну все, я не говорю в микрофон больше. Разве тебе девушки такие с, скажем так, финансовыми возможностями не говорят? Ну, сделай мне как красивое, ну, губы там, формы, все такое. В этом случае уже немножко все поменялось. То есть вы обратите внимание на то, что сейчас модно фотографии в Инстаграм с айфона. И поэтому как бы фотограф уходит на второй план, у всех, извините, телефоны по стоимости уже фотокамер. Раз приглашали, еще раз приглашаем. 10 апреля, день рождения, Фэтгуспаб. Все будет хорошо. Не парьтесь, ходите в баню.